Привет всем, дорогие друзья! В сегодняшнем видео хочу показать вам еще одну интересную посылочку. Это, можно сказать, такой хит этого года, потому что это у нас немного другой товар от Xiaomi. Давайте распакуем, посмотрим, что конкретно это приехало. Итак, друзья, вот такой упаковке приезжает товар. Очень надежно, в принципе. Продавец заботится о своих покупателях, как видно. Очень классная, хорошая упаковка, она не помнется. То есть товар приходит новенький, качественный, не погнутый, ничего с ним не случилось. Здесь у нас два Mi Band 4, то есть это новинка этого года, как я сказал. Сейчас это самая популярная модель фитнес-браслетов от Mi Band, четвертая часть. У меня, в принципе, я уже покупал ранее, давайте распакуем одну, они здесь запечатанные, давайте одну распакуем. Я покупал ранее для жены, например, Honor Band 4, то есть там тоже была новинка, очень, кстати, хороший браслет, рекомендую покупать даже сейчас, это отличная модель. Но посмотрим, может, вот этот Band 4 будет гораздо лучше. Я его сам, в принципе, себе попробую еще, похожу. Сейчас просто распакуем, посмотрим, как выглядит, в каком виде приходит товар. Потом я потестирую и расскажу уже свое мнение. Так, фитнес-браслет. Что здесь еще? Зарядка. И что-то еще. Макулатурка. Довольно толстая, здоровая макулатурка. Да. Огромная книжка, вообще без логотипа, хотя бы здесь мимо написали, как это, ну, это в принципе сзади, вот эта передняя часть. Здесь мануальчик на разных языках, в том числе русский тоже должен быть, сейчас посмотрим. Не, здесь есть множество языков, но русского здесь нет. Ладно, это у нас для зарядки, подключать USB в компьютер, к примеру, а сюда сами часы вытаскивать. В принципе, обновили по сравнению с Mi Band 3. Чуть больше эта штука стала. Так, и сами часики. Браслетик также бывает трех вариантов, можно сказать. Ну, точнее, двух как бы. Но есть китайская версия для китайского рынка. Они самые дешевые, получается. И глобальная версия уже для мирового рынка. Но мирового рынка также еще бывает еще версии с NFC и без NFC. Так, давайте я пока отключусь, проверю, а потом уже расскажу свое мнение. Итак, при первом подключении у вас на часах отображается два ярлычка только. Вы для этого нужно скачать приложение в телефоне Mi Fit. Просто с маркета, того же Play Market скачали. Сразу же выбираем синхронизацию. Оно сразу же начинает процесс обновления. То есть на телефоне получается такой кружочек. Оно там минуты две, наверное, идет. После этого у вас сразу переводится на русский язык. Еще раз пройдет обновление. И, собственно, у вас часы уже полностью рабочие. То есть вы можете настраивать все, что угодно. Здесь огромное количество меню. Давайте так кратко покажу менюшку, как она выглядит. То есть здесь циферблат можно поменять. Их там очень много. Около 70, наверное, различных циферблатов в приложении Mi Fit. Ой, быстро выключается. То есть уведомления. Дополнительно. Здесь можно настраивать, не беспокоить, будильник, музыка, секундомер, таймер, ночной, найти устройство, можно даже с помощью него искать, без звука, дисплей и настройки, собственно. Ну, настроек здесь довольно много, в принципе, погода, тренировка. Тренировка, кстати, тоже здесь несколько режимов, как и бег на улице, бега на беговой дорожке, на велосипеде, ходьба, упражнения и бассейн. Статус, шаги, сколько там находили, там калории, сколько сожгли, это тоже довольно интересно. И пульс можно тоже померить. Вот. Собственно, функций здесь очень много, в принципе. Я думаю, вам это все понравится. Ремешок здесь гипоаллергенный, то есть он такой, должно хватить надолго. Хотя можно поставить, к примеру, с тех же Mi Band 3. Там ремешков огромное количество, в том же Али, например, можно купить на выбор, если вам этот не понравится. Застегивается просто таким образом. И вот эта вот пимпочка просто втыкается в дырку. И все. Она туго, в принципе, так втыкается, но зато потом надежно, что потом не отрывается.
также вынимается вот эти часы, чуть-чуть потянуть по бокам и надавить внутрь, получается. Эти часики вынимаются. Повторять такое движение, в принципе, много раз не стоит, потому что, по-моему, там есть какое-то ограничение для ремешка. Ремешок поломается со временем все-таки. Заряжаются вот эти часики с помощью вот такой зарядки, которая идет в комплекте. Здесь просто два усика торчит. На часах у вас тоже два усика. Этой стороной, в принципе, втыкаете. И так немного защелкиваете. Оно там чуть-чуть слышно. Втыкаете USB, допустим, в компьютер там, или в Powerbank, к примеру, и у вас заряжается. Заряжается примерно около час 40-45 примерно времени. Аккумулятора хватает примерно на 20 дней. Так что довольно много. Это с учетом даже, в принципе, то, что у меня включен пульсомер там и еще какая-то функция. Вот. Так, сейчас я назад втыкну и покажу дальше вам, в принципе, что здесь есть. И, собственно, все. Теперь можно пользоваться. Меню, как видели, на русском языке. Очень удобное. Все читабельно. Здесь есть еще яркость. Можно настроить, к примеру. Сейчас я включу где-то в настройках. Дисплей. Нет, дисплей это не то. Вот, яркость. Яркости здесь 5 значений. Получается, у меня почти что на максимуме стоит. Ну, если у вас где-то на солнечной погоде, то лучше включать по максимуму. Достаточно хорошо видно, так что проблем нет. В программе Mi Fit здесь огромное количество тоже функций различных. Можно смотреть, какие, сколько вы спали, сколько глубокий сон и все такое, в принципе, сколько шагов находили, какой у вас пульс, сколько калорий сожгли. В общем, все удобно. Даже есть карта, где конкретно вы ходили, где бегали там или ездили на велосипеде. Также аккумулятор указан, сколько процентов осталось. Циферблатов огромное количество. Можно выбирать, например, вот эти ярлычки на главный экран. То есть, как у вас часы будут показывать. Здесь их очень много. Кстати, можно делать еще самостоятельно. Если кому нужно, например, там дополнительно два приложения, через которые одно делает, а другое закидывает в это приложение. То есть у вас появляются мои дисплеи, например, еще ваши дисплеи, те, которые вы сами создали. Это тоже довольно хорошо, очень хорошая функция. По сравнению с другими, таких других функций нет. Здесь можно очень много всего настраивать, то есть это, в принципе, многофункциональное приложение. Вот, как видите, разблокировка экрана, входящий вызов, то есть вы не пропустите даже входящий вызов, если даже за рулем где-то будете ехать, там, или где-то на велосипеде, например, у вас даже будет показывать на экране часов, кто звонит, какое сообщение приходит, например, можно почитать смс-ку, тоже будильник, то же самое, в общем, много всяких функций на любой вкус. Можно даже почитать версию программного обеспечения. Здесь указано снизу тоже. Также есть также эти браслеты с версией NFC, но это в основном для китайского рынка. Там только для китайских таких банковских карточек, как Alipay, например. То есть для наших рынков пока что еще таких функций нет. Они бесполезны даже. Отличие, как можно отличить, например, часы с NFC или без NFC, это тем, что, например, на часах здесь указано, ну, видите, кружочек снизу, то есть вот это когда пальцем тыкать, здесь кружочек, а на NFC там типа такой полукруг вверх ногами такой, как на браслете стоит шестиосевой датчик, то есть три оси это акселерометр и три оси гироскопа. Это довольно очень хорошо, безошибочно практически показывает результаты, то есть вообще доволен этим браслетом вполне. Также в Mi Band, точнее не в Band, а в Honor Band 4 тоже там шестиосевой, то есть практически то же самое, только там, по-моему, немного меньше держит батарея
и меньше циферблатов, то есть там всего так 4, по-моему, у меня у жены такой, в принципе, Honor Band 4, себе купил в Xiaomi вот этот Band 4. Еще очень полезная функция здесь, что имеется, то, что нет в других, например, это то, что здесь можно переключать музыку с помощью часов, ну, вот этих браслетов. То есть вы можете зайти в настройки. Музыка. И с помощью вот этого здесь переключать треки. Это очень удобно, например, вы едете на велосипеде, вам неудобно доставать постоянно телефон, и вы себе можете отсюда переключать трек, как вам угодно, там, какую музыку выбрать. Очень удобно, очень хорошая функция. Поначалу был очень скептически настроен к этим браслетам, но как попробовал, в принципе, несколько дней с ним походил, очень даже понравилось, очень интересная штука. Рекомендую покупать, в принципе, для всех. Действительно полезно. Вы можете контролировать просто свое состояние, сколько вы ходите. Там, например, где-то вы сидите больше часа на одном месте, браслет вам уведомляет, что вы сидите, засиделись, короче, надо пройтись там или сделать какую-то зарядку, вообще такого плана. Кстати, еще забыл сказать, к версии NFC, в часах, которые NFC, там есть еще встроенный микрофон. Он работает, но только команды, в принципе, китайские воспринимают. Другие команды он не воспринимает. Так что еще один аргумент, что они пока что еще нам бесполезны. Может, в каком-то будущем уже будут тоже какие-то улучшения, обновления. Там у нас карты, может, появятся какие-то, которые будут поддерживать. Тогда этот браслет будет как раз актуальный. Ну, наверное, я думаю, что уже будет в каком-то Mi Band 5, тогда уже до этого времени. А на этом пока что вряд ли, скорее всего. Ладно, на этом тогда будем заканчивать. Я думаю, коротко вам рассказал про них, показал, что себя представляет. Кстати, здесь тоже на циферблатах указано, сколько шагов есть, сколько пульса. В общем, на разных циферблатах по-разному тоже может иметь значение. То есть, какой день, все это указывается. Очень удобно. Ссылку, где я его покупал, конечно же, оставлю вам под видео, сможете сами посмотреть актуальную цену, но браслет своих денег стоит, я бы рекомендовал покупать всем. На этом тогда будем заканчивать, до скорых встреч, всем пока, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх.